Я вас приветствую, дорогие друзья. Значит, остановился в себе. А как село называется? А? Как? Ярдановка? Значит, нахожусь в селе Ярдановка. Специально остановился на дороге, потому что я увидел только что вопиющий случай. Я бы даже сказал, ужасный. Вот Чубашенко сидит рядом, просто в таком шоке, не могу привести в чувство Дмитрия Алексеевича. Те, кто ходили, подписывали всю ночь, все последние недели ставили свои подписи за кандидата один партии, значит, вот их бросили только что на произвол судьбы. Значит, а среди них есть и от Гимпу, да? Дмитрий Алексеевич? От всей власти есть. Давай поехали вперед, покажем, как они бросили тех, которые за них голосовали на произвол судьбы. Значит, история Молдовы. А вот смотрите, сейчас те, которые голосовали за них, как их бросили. Вот они, смотрите. Смотрите, это просто ужас, а? Вы представляете, вот те, кто подписывались, те, кто голосовали за Плохотнюка, вот они остались на обочине. Заращили бочку призрак. Кашедок, азбататку, кемпушку, педеву, к партиде дял деденш, я кому шедец шмынкац яр бы пиабочин. А, там есть еще барана от шалавы. Да, ужасно. Вот требует салватас, пигимпуш, плохотнюк, шамус, паштец, пимаржина, лошося. Перкала паскута с ясом и пцинду полежерли президентиали. Так, а вода от сама кяраша. Лав вот от Плохотнюк, лав вот от Пигимпу. Шакум маяк остав шпаск и марджиня шусели. Ду полежерли президентиали. Сперкала паскут, ну, приносай бы синес яс. Траск по полу, сила в правде, амфосла по сарабяска, мерка кумас прикишинов. Они другую зелень ждали, вижу тот комментарий, прикольный. Ладно. Нет, так правильно, они сначала голосовали, и сейчас доят. Так, оттащи, нормал ломим. Так, я КВД еще унудим парламент. Значит, мы делим готовы партию. Ладно. Давай, Нурок. Сила в правде. Май дискутем. Поехали тихонечко. Сейчас подожди, мы в прямом эфире сейчас. Случайно не поругай матом гимн. Так. Круиз, да. Амфоста аста замчапутку кишинову. Дупаст амфосла каху. Нкомрад. Басарабяска. Шакумам парнис при кишинову. Пойдя смогу пришла чемешле. Что это мой тецфак? Круиз, пенсары, диводо улун. Бладу на каждой культуре. Та йока нам возут кума мантымпина у амини. Нам возут коты табукурии. Коты тажели, коты тя лакрим. Деферичири апропо. А манцелеска с идемной батай что-то с фейбени. Значит, после посещения сегодня за день нескольких населенных пунктов понял, что люди любят, ждут Гагаузию, вообще соскучились. Я же практически нигде не был, потому что либо бельцы, либо командировки, понимаете? Вот, поэтому такая ситуация, но ничего, поправим сейчас. Шикарно, помню, как встретили в Дроке на прошлой неделе,
день города в селе Рауцел, Струзовка, Нагорен. Чего, сейчас поеду, юг, север, поедем везде, ребят. Мы обязательно победим. Вот. Дмитрий Алексеевич едет спереди. Могу показать, чтобы вы думали, что его нету. Вот он, Дмитрий Алексеевич. Значит. Дмитрий Алексеевич едет спереди. Учит игусский песню, текст. Я дал песню, которую там некоторые телеканалы плохиша критиковали. Ну, шикарный автор, шикарный исполнитель, исполнительница. Значит, разучим ее, будем петь ее по всей стране. Песня называется «Нас бьют, мы летаем». Понимаете? Так что рекомендую эту песню выучить всем настоящим патриотам страны. Песня реально очень сильная. Песня серьезная, очень патриотическая. Ее там какие-то голубые, розовые пытались испохабить, но песня реально очень мощная. И мне понравилось, как, по-моему, или Алла Борисовна Пугачева, или автор песен, там, депутат Госдумы, по-моему, заявила, что, говорит, ну, каждый выбирает, что ему ближе. Но прикольная такая, да. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше, крыло расправляя над собственной крышей. Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи. Неудачи. Когда национализируем все телеканалы Плохотнюка, будем петь эту песню. И в здании его телеканалов. GBC, я думаю, с балкона очень хорошо там петь. Акустика должна быть хорошая. Вертолетная площадка. Дмитрий Алексеевич заметил где-то в интернете вертолетную площадку. Так, путем вот аж пись хотари. Сикарку птец вот, а ну-ка птец, да сантец облегает с фразами. Алтел ну не ламримную куризиму. Амфикари стату у него афлаца, ну уж сары есть амбассады Республики Молдова, у него с фи всех сиди вот. Сенсерь каряукерш. Порти мути всех сиди вот. Кумка Италия с приземс. Импортанца вот ас, ну остаться касса, бро. Ну остаться касса с КПМД. Гузганеешь тебя нужно. Так. Так, Ренат, Тивитем. Хлакбура Кайнар. Бета сажун газом Маркс прикишинал. Чубашенко пати конта. Ел по нам его речитат, но мы поезин вя целуй, да, скажите, куда у меня живут, ну и проблема. Так. Так, сейчас. Так, то есть куда я. Так. На Израиль кто-то свида, БС, латвати амбассадил с всех сиди вот. Конспати 17. Держа сунт листелен тот цара. Боец акума ну подчеркула, ну приподчеркула пенцарок, чей коряв древ для астринзи семнатур, деваричи лунес фей конту дискис, лабанка, ну и фащим ты это учал, ну-ка, айште. Я спос боец, дуар пижу с фору утилизаре, транспорт в ассембле пенсать, кому ж парковетка, плохие сейчас придумают к чего. Так, Дмитрий Алексеевич что-то хочет сказать, включу камеру на него. Сегодня тебя все видят. Да. Сегодня были очень хорошие встречи, теплые у нас в разных местах. В Кагуле подошли к женщинам, которые собирали подписи за кандидата от нашей партии. Я их поблагодарил и говорю, мы на вас надеемся. И то, что мне они ответили, ну, меня просто убило. Они говорят, а мы надеемся на вас. Поэтому у нас выбора не осталось. Только вперед. Так. Надо познакомить его с народом. Ребят, сейчас пойдем по всей стране, везде полные дома культуры. Площадки будут на улицах. Тысячи ли, все увидят Дмитрия Алексеевича. Слава Богу, что главное, что почти все знают меня. А я это Дмитрий Чубашенко. Дмитрий Чубашенко это я. Поэтому все в порядке будет.
Ребят, давайте, я вас люблю, целую. Мы погнали в Кишинев. Значит, постановка. Вот. Так что я вас обнимаю. Всем вам хорошего дня. Делайте, пожалуйста, перепосты. Для меня это очень важно. Потому что только благодаря всем вам мы можем проинформировать всю страну о том, что реально происходит. Чтобы люди меньше смотрели телеканалы Плохотнюка. Кстати, те, кто молодые, когда приезжаете к дедушке, бабушке в деревню, вы заходите в настройки телевизора и просто удаляйте публику, прайм и прочую порнуху, которую Плохотнюк крутит. И оставьте им нормальные телеканалы, понимаете? Есть функция блокировка порноканалов. Есть функция блокировка порноканалов для детей. Детская защита. Да, детская защита. Ладно. Я обнял. Так, а мы где сейчас? Чемишли. Окей, все, ребята. Ну это отлично. Да пьес там он спать, ешь. Ешь к мергам фацану прямо фулоса шлиск. Камароди. Чентурас. Бун. Все, ребят, давайте. Люблю, целую вас, арабона. Вайбеск. Перепосты. Батая. На душмань. Шмердим на мене. Все, я вас люблю. Всегда ваши нации.